Всем привет, вы на канале Интернет и Деньги. И, ребят, сегодня хочу вам сказать такую новость, что в игре Money Birds появилась новая вкладочка, которая называется статусы. Давайте посмотрим, что это за статусы. И если вы помните, Money Birds — это игра от администратора таких игр, как Tropic Birds и Dragon X. И, как вы знаете, игры от этого админа очень хорошо всегда работают. Здесь же вы покупаете птичек. Они вам несут яйца, вы их обмениваете на серебро, и дальше уже серебро поступает вам на баланс для покупок и на баланс для выплат. Ну что, теперь вот смотрим, появилась вкладочка, извиняюсь, мой статус. У меня, как видите, статус 2. И давайте посмотрим, что такое статусы. Всего 7 статусов. Каждый пользователь получает свой статус. Каждый статус имеет свои особенности и ограничения. Чем выше ваш статус, тем лучше условия вашего заработка. Основные условия каждого статуса – это сумма ваших инвестиций, либо сумма вашего рефдохода и время на проекте. Реферальные выплаты не учитываются в ограничении профита. То есть по статусах вы зарабатываете только определенный профит, а рефералку вы можете выводить отсюда сколько угодно, если вы умеете приглашать. У меня, как видите, статус 2. Мой максимальный профит по моей личной инвестиции составит 114%. Пополнил я на 300 рублей, вывел 78, то есть 26%, доступно 263 рубля. И вот статусы. Я вот специально уже переключил на статус 7, чтобы вы могли посмотреть. Вот максимальный статус. И смотрите, условия для статуса 7. Пополнение или реферальные 25 тысяч рублей. Время на проекте 255 дней вы должны быть тут участвовать. Характеристики статуса. Рефералка в 3 уровня, 14,4,1%. На вывод 53%, на покупки 47%. Ограничение профита 132%. Заполнено склада 960 часов. И доходность птичек по статусу. Вот лори 12%, дальше 15%, 16%, 18% и самая дорогая птичка 21%. И давайте посмотрим на мой статус. У меня статус 2. Вот условия для статуса: пополнение или реферальные 100 рублей. Время на проекте можно сразу после регистрации его. Дальше характеристика статуса. Рефералка 7%, на вывод 25%, на покупки 70%. Ограничение профита 114%, заполненность 72 часа. И, как видите, процент по птичкам тоже немножко упал. Вот, ребят, вот такая вот фишка у нас добавилась в игре Money Bird. И давайте сразу перейдем на склад. Соберем прибыль. И я вам покажу, что данная игра платит. Вот обмен произошел, жмакаю кнопочку вывести, я буду выводить на Pair. Кстати, да, забыл сказать, отсюда убрали систему Advanced Cash, то есть платежку, и не только отсюда, насколько я слышал, Advanced Cash больше не будет работать с хайпами. Так, ну что ж, давайте на Pair. Сумма в рублях у нас 55 51. Тут нужно ввести пин-код, который вы вводили при регистрации. Так, давайте, так. Ввожу я пин-код. Так, извиняюсь, не тот. И нажимаю заказать. Так, средства. Вот, денежка списалась, средства успешно выплачены. Нажимаю ОК. Идем в Pair. Обновляю страничку. Вот, 53.88 с учетом комиссии. Выплата пользователю интернета деньги с проектом Money Birds One. Как видим, данная игрушка платит, и здесь все хорошо. Эти статусы, я не помню, говорил уже в ролике или нет. В принципе, это небольшой плюс, потому что игра будет работать намного дольше с этими статусами. По крайней мере, это мое личное мнение. Ну а вы уже решайте сами, заходить сюда или нет. Ссылочку на игру я оставляю в описании. Ну а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.